Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Я недавно показала ролик о том, что семян в этом году у меня очень мало. И посыпались вопросы в комментариях в Инстаграме, что если я не сеяла никакие цветы в этом году, то чем же я сейчас занимаюсь? Ну, чем же я сейчас занимаюсь, я вам покажу. У меня же есть черенки бегонии вегетативные, которые укоренились, которые у меня стояли в тепличке. Вот эта смесь, это мох сфагнум. Ну, не смесь, чистый мох. Здесь очень много корней уже. И надо пересаживать. Почему пересаживать? Потому что нужно уже более питательный субстрат. Но помним о том, что бегонии, вот конкретно бегонии, присохло что-то. Конкретно бегонии, они не любят слишком питательного экстракта. Поэтому я использую вот это вот. У меня это смесь торфа, перлита и совсем чуть-чуть земли. Ну, прям совсем чуть-чуть. Вот, переваливаем все как обычно. Может быть, и побольше можно было горшочек найти. Но мне сейчас нужно экономить место на подоконнике. Я просто переставляю вот мох, в котором они укоренялись, и просто досыпаю земли. Там внизу земля, и сверху я насыплю. И все. И бегонии этого будет достаточно. Значит, что сейчас я чуть-чуть увлажню, и оно немножко осядет. Что при пересаживании могу посоветовать? Ну, во-первых, ну не берите вы питательный субстрат. Не берите вы эту землю с огорода или даже ту, которую можно купить в магазине под названием «Земля», там грунт для бегонии. Не берите, не надо. Потому что ей не нужна такая. Ей нужен вот торф, обычный торф, не кислый. И плюс мох, если у вас есть. Эта моя чувствует себя прекрасно, несмотря на то, что тут есть подсохшие листочки. Видите вот эти листочки? Это новые, которые уже выросли буквально в тепличке, пока она росла. Все, сейчас я ее аккуратненько буду постепенно приучать к воздуху. То есть я и изменила условия содержания, постепенно буду приучать. Но как обычно мы все это делаем, то есть сдвигать крышку теплички и, соответственно, чтобы было больше у нее воздуха комнатного, потом вообще сниму. И потом я ее переставлю вот сюда же к остальным бегониям, которые спокойно тут растут. Вот вам покажу. Спокойно тут растут, здесь прохладно, здесь у меня плюс 10, плюс 15 градусов. Вот, и будут стоять вместе с ними. Все, вот у меня таких, не очень много у меня таких вот черенков на пересадку. Но сейчас пересажу. И, кстати, еще один важный момент. Я пересаживаю не по одному. То есть вот здесь, смотрите, вот здесь два. Вот их как было два на укоренении, я их так и посадила. В следующем у меня три, по-моему, там. В следующем вообще четыре. Я буду вот так и сажать, переваливать. Почему? Потому что экономим место. Больше, пышнее будет кустик. И если мне нужно будет разделить там с кем-то, поделиться еще, то я с большим удовольствием достану при следующей перевалке, достану, разделю и поделюсь с кем-нибудь вот такими прекрасными бегониями. Поэтому я сейчас занята вот этим. Но скоро тоже буду что-нибудь сеять. Напишите мне в комментариях, чем вы сейчас занимаетесь. Подпишитесь на наш канал, если вы не подписаны. У нас несколько авторов. Мы даем полезные советы и свой опыт. Вы обязательно найдете своего. А сегодня с вами была Анжелика. Пока-пока.